Асимметрия мышц. Люди несимметричны. Если ты вдруг не знал, то наши правая и левая стороны охренеть как различаются. Взять хотя бы вот так зеркало. У тебя даже разные стороны морды будут. Тем более правая там или левая рука. Они разные. Кубики пресса разные. Вот реально очень мало чуваков с одинаковыми кубиками пресса. Сволочи. Всегда у всех одна рука больше другой. И дело не в дрочке. Как бы на эту тему не хотелось шутить. Дело в том, что мы всегда стараемся делать что-то одной рукой, ну, которой более удобно. Соответственно, если ты что-то поднимаешь одной рукой, ты же не задействуешь только руку. Ты задействуешь и спину, и ногу, все подряд. Асимметрия — это нормально. Ненормально, когда асимметрия слишком сильная. Ну, типа... В таких случаях батя рекомендует всегда начинать тренировки с отстающей части мышц или давать на них чуть большую нагрузку. Делаешь, например, жим гантелей, сюда берешь 4 килограмма, а сюда 6. Ну или там 40 и 60.